В Закарпатті. В Закарпатті проблеми дійсно є з перейменуванням вулиці. Народ до цього відноситься крайне негативно. Хочу сказати, що, во-первых, это нужно решать на референдуме, должны решать сами граждане, какая улица им нужна и на какой улице им они хотят жить. Ну, это, я, мое мнение такое, что это пустая трата денег в никуда.